Значит, был усопший зараженный, которого надо было хранить с учетом всех требований безопасности, но тем не менее по национальному признаку родственники приняли решение хоронить именно усопшего, как это происходит по традиции. Поэтому все предупреждения были сделаны, но в то же самое время были нарушены меры безопасности, в результате которых мы увидели уже на данный момент, как доложила Татьяна Георгиевна, 9 контактных лиц с положительным диагнозом на коронавирус.